Грузины торговали зельем из-под полы. Повсюду висели флаги, в зелени скрывались маньяки. Пионеры были предельно злы и говорили про них гомосеки. Раз в неделю умирали кинсеки. Откинувшийся из тюрьмы сосед рассказывал небылицы. Я, прикуривая, опалил ресницы. Мне исполнилось 10 лет. И опять же, про стихи. Мало того, что присутствует исповедальность, это неотъемлемая черта рыжего исповедальность, тут еще и постоянная хронология, постоянное уточнение. Мы знаем, сколько лет было автору, где это происходило, сколько было лет назад. Вот практически такие сюжетные стихотворения. Так, и вот до пяточка, пожалуйста, давайте перейдем.